delicious. И всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Чебузаврик, Васаби, Пика. Пацанчики, поздоровайтесь! Всем привет! Всем привет! Как и обещали, мы записываем крутецкую рубрику на моем канале «Угадай аниматроника по звуку». Если петь, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться, угорать и поднимать знания по ФНАФу. Погнали! А там кто-то поломан. Так, слушайте, сейчас другой звук он еще издает вроде бы. Нет, только этот. Я знаю, кто это. Это золотые аниматроники, либо это Фредди, либо Бонни. А если это поломанные аниматроники? Нет, поломанные бы они по-другому говорили, у них помехи. Так, я еще клацаю. Какие-то звуки они издают? Нет, у всех же аниматроников новых. Давайте золотой, допустим, пусть будет Спринттрап. Это Фредди. Спринт Бонни. Так, Спринттрап чи Спринтбонни, ах ты зараза, еще и кошку мне откусили, блин, вы за что мне фаталику сделали, так это больно, не, ну мне, давайте так, в этот раз вы четко отгадываете, что это за понос вы сейчас выдали. Угадайте этого, как вам звуки? Это из-за ты мини-игры очень похож. А может марионетка? Нет, это Фредди, это Фредди. Это Фредди. А я не уверен. Голден? Это Голден на поломанный Фредди. Слышите этот цвет? Голден, да, короче, Фредди поломанный, короче. Ладно, мы тут... Поломанный, да, Фредди? А вот теперь был Спринт Бонни. Это за тот раз, чтобы четко... Так, давай заходи в хату, ходишь тут. Так, хорошо, закрывайте двери. Ребята, обязательно в конце ролика подсчитайте, сколько раз они угадали, сколько раз я проиграл. И таким образом мы узнаем победителя. Да. А, звук вентиляции, это Спринттрап. Или подожди, или это той второй части, блин. Это специально, чтобы было сложно вам. А я вообще не слышу, у меня просто ничего. Ну, это, короче, звуки вентиляции просто. Ну-ка, давайте. А, все, слышу. Это... Короче, это вот этот понос, который, да? Нет, это со второй части, потому что с третьей не слышно вообще. В третьей нету такого. А, да, точно. А даже ведь Пика могут ведь добавить звук. Ну-ка, давайте. Ну, попробуем, давай со второй части. Ну, а кто это может? Со второй части, да кто? Кто со второй части? А по вентиляциям лазит Мангл, той Бонни, той Чика, Олд Бонни. Какой Эннер из второй части, мужик, ты чего? Есть он. Это Спринттрап, это Спринттрап, я не знаю, как это. Спринттрап, давай Спринттрап открывай. Господи, ну мы умрём, это кто-то из второй части. А вы угадали! Выгадали, молодец! А ты там не подсматривал, не? Нет, я сам угадываю. Вадим, какого быть краба? Хорошо, давайте дальше. Блин, я думал, я тупой. Это... О! Это из мини-игры или... Это Фёдор. Это Фёдор фантомный. Поломанный, да. Ну, Фёдор, фантом, да. А может Чика? Да угадали, вы молодцы. Вы чё такие умные? Так, подождите, в этой ролике я хочу всё-таки выиграть. Вы чё? Почему я всегда угадываю? Ну потому что, а так угадывал тот, у кого больше знаний. Значит, ты молодец. А, это Плюштрап. Это Плюштрап. А, нет, или подожди. Нет. Это кто-то из четвёртой части. Двери... Кто с дверями скрипит так? Это... А, это Фокси из четвёртой части! Это Фокси. Фокси, давай. Так. Да вы как угадываете? Вы читеры, вы что, посмотрите? Где у вас тут камеры? Вы как видите? Ура! Не, реально угадали? Да. Блин, да вы красавчики. Дальше. Ти, так у нас постоянно я ошибаюсь. Очень часто. Но видишь, в этот раз угадал. Ты Пика умный. Кто это? А? Нету звука вроде. Есть. А, есть, это Найтмер, по-моему, Фредди. Мне кажется, Спринттрап. Нет, стой! Стой! Ты не слышишь? Короче, знаешь, кто это? Это вот, либо, смотри. Это Найтмер Фредди, жирный такой. Да, либо он, либо черный. И либо голубой. Черный. Либо голубой, либо розовый, угадайте уже кто. Либо золотой. Ну? Короче. Я думаю, это черный. Да.
Нажимай. А, не надо! Пойдет, и одного хватит вам. Хорошо, хорошо, молодцы. Не угадали, молодцы, не угадали. Поехали дальше. Никак нельзя посмотреть. О, на эту кнопку телепортируется? Точно. Очень странно. Вот тут пиксель видно. Ой, 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 ой. Стойте, стойте. Это что-то жирный был. Я видел. Слушайте. Ой, это из второй части монгол. Реально, это монгол. Стоп. Это монгол. Нет, это не монгол. Нет, у монгол звук еще. А, да, это помехи радио. Да. А тут? Это... А тут это, по-моему, Фокси. Это... Давай Фокси. Давай Фокси, давай Фокси. Знаешь, что я только что заметил? Пика, подойди сюда. Вы увидели, как подсматривать, да? Да, тут камеры есть. Серьезно? Нет, шучу. Вот, две маленькие. Раз. А они не работают. А, да. Ладно. Да, блин. Что, видно меня сейчас? Стой, пикай. А, стой, там пикай. Одна и та же камера. Ну да. Так, ну что, пацаны, давайте дальше. О! А, марионетка, марионетка. Нет, 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 нет. Марионетка, алло, там что-то тумбочка. Ой, это не марионетка. Ой, это... страшно. Ну и что, кто это? Это, кажется, Бонни, но... А, марионетка, реально. Ну... Стоп, это в шкатулке, которая вылазит, может? Давай попробуем, марионетка. Давай, нажимай, я просто не могу, я на твоей башке сижу. Угадали, реально, я со шкатулки вылез. Четко угадали, молодцы. Так, ребята, я... что-то сегодня вы играете нормально. Мы не лохи. Продолжаем. Мы FNAF пересмотрели. Вот такие звуки издает. Это знаешь, это, наверное, как это? Вот это Эндо 02, может? Как думаешь? Да? Ой, это прикольные звуки, да, издает? Эндо 02, да? А если это мангл? Мне нравится так пацанов путать. Растишка, но это ведь мод, понимаешь? Нет, возможно, это фантом. В модах все может быть по-другому. Возможно, это фантом, но я не знаю. Фантом мангл? Давайте открывайте дверь, я отойду. Так а вы угадайте сначала, как открывать двери. Короче, давай это Эндо 02. Давай. Ты хитрый, убежал? Да. Хорошо, давайте, закрывайте двери. А, я выжил. Хорошо. Ай, пика. Угадывайте сейчас. А, уже тебе звук ходьбы. А, нет. А, это эндоскелет марионет. Да, да. Открывай. Нет. Да блин, да. Эй. Молодцы, молодцы. Профессионалы. Хорошо, хорошо. Кто мы? Кто такие звуки издает? Короче, черный вот этот Фредди. Да! У него задержанный звук. Вот этот черный Фредди. У него такой еще голос пониженный, заниженный. Да, это Найтмер, вот этот черный, нет, ну да. Давай попробуем. Давай. Где? Ой. А, вот! Беги! Это твист от Фредди! А я не подошел, Дим, видишь, я не испугался. Ты молодец, очкошник 15-тысячного левела. Так, закрывайте двери. На голове сижу. О, это Чика. Какая? Не, подожди. Это Чика, она такие звуки, это просто накушать хочет. Нет, а какая, смотря, это другая, это вообще другая, это не первая, с первой части. Это либо поломанная, либо твистед. Короче, это... я не помню название, но у нас вроде есть такая... Да. Растишка, это, я понял, это вот этот твистед Бонни. Вот это с второй челюстью. О, давай, ладно. Так, вот подсматривает это... кто-то. Кто-то, я уверен, что вы подсмотрели. Нет. Я потому что знаю, я потому что знаю. Он задрот. Задрот, блин. Да. Ты задрот. Мне кажется, это где-то камера где-то мне. Ты покажи камеру. Я тоже хочу камеру. Угадывайте сейчас. Я тоже хочу. Слушайте. О, это Фредди. Это Фредди. Это уже Найтмер. Вот этот черный. Нет, нет. Да, это Нигер. Это не он. Мы его угадывали. Не угадывали. Нет, мы его не угадывали. Это, короче, вот этот, то есть этот Фредди. Да. Да нет, это черный. Это Найтмер Фредди. Мы раскрыли дверь, спори!
Мистер Фредди, короче. А чё я не могу видимым стать? А так это кто? А я не могу видимым стать! Во! Иди, мы поймём. Я угадал, я угадал. Это твист от Фредди, а ты какой ответил? Найсмарт. Хорошо, задрот ещё тот, я понял. Поехали дальше. Дим, так мы неправильно ответили. Слушайте. Дима лучше без меня играет. Кто такие звуки издает? А, Мангл? Вторая часть. Подсматривает, я вижу, кто-то подсматривает. Мангл! Ах, ты хитрый! Васаби не подсматривает. Ты хитрый жук! Тут не видно, пика! Так, отходите от окна, отходите. А да, я сейчас посмотрю, можно? Видно или нет? Там ничего не видно, алё. Не видно, все по-честному. Хорошо, верю, что вы угадываете. Поехали дальше. Да, пика постоянно. Поехали дальше. Поехали вас запутывать. А, это Мангл. Радио пойми. А, нет, это не Мангл, подожди. Запутал. Я спрячусь в телевизоре. Ну, кто такие звуки издает? Пика. В телевизор. Это кто-то из второй части, это 100% компонент. Это сломанный Бонни, той. Неправильно. Это Фредька. Закрывайте, у меня для вас сюрприз есть. Поехали дальше, слушайте. Вторая часть. Да, это со второй части все сейчас идут. Олд Бонни. А с чего ты взял? Звуков нет. Точно так, у тебя... Давайте доверимся пика, это Олд Бонни. Лошара, ты не угадал! Закрывай! Красота. Хорошо, давайте дальше. Пика, испорти камеру, давай. Вот это я больше всего... Нет! Какой твой вторая часть? Вторая часть, четвертая часть, это кто-то из Найтмэров. Это кто-то из Фредди, черный. Это золотой Фредди, я угадал. Так, нет, вы не угадали, потому что у вас был ответ неточный. Точно. Все, хоть кто-то должен пострадать. Да блин, да Дима, я же... Это был вообще-то Найт над Фредди, какой голден, ты что? Так, поехали дальше. О, мы так мы видим. А, это Баламбой Найтмер, Да. Хорошо, я проверил. Знаете, молодцы. Это Найтмер? А, это Риппи Баламбой. Ну ладно, повезло, будем засчитывать. Дальше. Я даже лучше знаю. Страшно. Кто это? Страшно. Какая-то страшная тетка. А если это мужчина? С мужским голосом. Говори, ты хочешь умереть? Знаете? Это кто-то из девятой части. Нет. Ты чё? Чё, я в девятой части играл, мне кто-то угрожал смертью в девятой части. Нет, у Чики бы другой был голос. Ну что, давайте, решайте. Я больше всего уверен, это фанатский уже ФНАФ. Нет. Шестая часть, Чика. Я говорю, это уже фанатский. Ну ладно, не угадали вы. На тебе за это. Я эту Чику не знаю, я хотел. Тим, это фанатский, я его так не чист. Ты должен знать все, ладно, дальше угадайте. Я же сказал, это фанатский, я даже не знал. У меня такие звуки были субнатики, когда играл. Это рыба из субнатики, аниматроником стала. Реально Левиафан. Ну кто это? Можете даже не угадывать, с какой части, просто как этого аниматроника зовут. Где? Например, Балумбой. Фокси там можете сказать. Это Фредди. Давай Балумбой. Попробуем. Смотрите, это Бонни. Ну давайте. Последний ответ считается за правильным. Хорошо, закрывайте. Короче, говорим все три ответа одновременно. Давайте. Хорошо. О. Можно быть Gravity Falls. Ну, согласен. Короче, марионетка наоборот, которая залазит в шкатулку, да. Смотри, это марионетка. Нет, ты чё? Не, музыка другая, ты чё? А может, это марионетка... Этой, марионетка из моды, значит, музыка может быть другая. А может марионетка с щупальцами? Их несколько, их очень много, я запутал.
Это марионетка шипельцами. Это марионетка. Шипельцами. Давай. Нет. Угадали, молодцы. Молодцы. Вообще красавчики, хорошо играете. Ну что, решающий раунд. Вот если сейчас вы угадаете, то выиграете вы. Если не угадаете, то выиграю я. Готовы? О! Фокси с первой части. Да нет, это уже закон. Это Фокси с первой части, открываем. Мы не угадали. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения, после моих роликов. Еще. Бомбочка.